Парли Чаркер – это ваш друг, который немножко безумен, но это безумие всем нравится. Парли Чаркер – это собирательный образ, в котором выражено новое видение джазового стандарта. Это зазеркалье. Парли Чаркер – это собирательный образ музыки, современности, стилей, направлений, чувства, желаний.
программа, то, что я сегодня услышал на репетиции, то, что я предполагаю, что это будет что-то очень завораживающее и давящее на чувства человека. Я тренируюсь физически, это очень сложная музыка. На четвертой песне я чувствую себя почти погибшим, а мне надо еще три сыграть. Я ничего не ожидал, вот, получил совершенно интересное новое прочтение стандартов джазовых, небольшой, очень интересный экскурс в историю джаза и историю музыки, это и, в общем, получил невероятное удовольствие. Спасибо за помощь. Название программы «Парль Чаркер», я же думал, что там будут какие-то лютые соляки на саксофоне, я прихожу, а саксофониста-то, собственно, нет. Но, блин, виртуозы тромбона рукой справились. Жесть, спасибо. Достаточно нойзово, но при этом мягко. Спасибо.